Итак, сегодня прямо в почтовый ящик кинули такой пакетик из Китая. Что-то заказывала жена. А вот что же мы сейчас и узнаем. Что же она там заказала-то? Ух ты, какая красота! Так, больше тут ничего нет. Здесь зато есть у нас какие-то вишенки. Рост 110. Скорее всего, платье либо сарафан для нашего ребеночка, дочурочки, кирусечки. Проверяем. Сарафан с ленточками. По-моему, нормально. Хлопок такой легенький. Швы нормальные, качественно сделанные. Оверлоком прошлись. Ну, я думаю, нормально. Пойдет ребенку. Ниточки есть мелкие, но их легко устранить. Ссылка будет в описании чуть позже.